Ценить значит помнить. Мемориальную доску почетному гражданину Владивостока Ивану Елизарьеву установили на фасаде здания по адресу улица Первая Морская, дом 11, где он прожил долгие годы. За работу в Приморье еще при жизни он был награжден орденом «Знак почета», медалью «За победу» и тремя орденами Трудового Красного Знамени. Ушел из жизни Иван Кузьмич 27 апреля 2015 года. Иван Кузьмич прожил долгую и интересную жизнь. За свою жизнь он сделал много добрых, полезных, важных дел. Первый секретарь крайкома ВЛКСМ, организатор строительства санаториев, курортов, учебных, культурных заведений, пионерских лагерей, пионерского лагеря «Океан». Он был профсоюзным деятелем, стоял у истоков профсоюзного образования у нас в крае.